Всем привет, дамы и господа! С вами Неломок, мы играем в игру под названием Зомпирсер, и сегодня мы отправляемся в наши очередные путешествия. Как мне посоветовали, нужно создать плавильную печь. Чтобы у нас было все хорошо, нам не хватает плавильной печи. Она создается вот на этом станке. Плавильная древесно-угольная бочка. Плавильная печь. Для того, чтобы ее создать, нам нужно кучу различных деталей, которых у меня еще пока что не хватает. 1, 3, 4, 6. Так, 1, 2, это и железо 6. А мне сказали, гаечным ключом можно разбирать и получать железо. Разводной ключ из металлолома. Попробуем этим делом воспользоваться, может получится. Идем поищем какую-нибудь бочку и сейчас этой штукой воспользуемся. Так, песок, понятно. Нам какую-то... А, вон бочки. Сейчас мы это дело протестируем. Мне сказали, синие бочки как раз можно переделывать с помощью этого ключа. Сейчас мы это дело будем тестировать. И плюс мне сказали, а красные бочки можно... Оружие, чтобы взять предмет. Уберите оружие. А это? Разобрать. Right mouse button. О, пошла жара. Металлолом, две штуки. Разбираются бочки на металлолом. Отлично. Процесс пошел. Добычи железа. Так. Оп, кусочки. А там, может, еще где-то бочки были. Я раньше на них не смотрел, не обращал внимания. Но зато теперь... А машину разобрать прям, открыть, пусто. Машину нельзя. Это взрывоопасные бочки, эти тоже. Открыть, пусто. Открыть, пусто. Ладно, идем дальше. Там где-то были по-любому еще бочки, на которые я не обращал раньше внимания. Так, я еще могу бахнуть этим ключом, если что. Вот там были, на этом вот, там были продукты, на которые я хотел очень сильно забрать. Плюс мы теперь на бочки тоже охоту объявляем. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот там были... О, даже на крышу как-то можно залезть, слушайте. Бочка вон сверху. Видимо, можно. Ну вот тут еще есть бочка. И продуктов там полным-полно. А у меня уже сейчас будет инвентарь забит. Еще мне сказали, что нужно качать силу, тогда я смогу больше переносить. Так, еще мне там про спойлеры. Не люблю, когда спойлерят, но мне сказали там... Какой-то бункер меня ждет. Там какие-то червяки, скримеры. Не знаю, доберусь ли я сегодня туда или нет. Пока что фармлю ресы. Так, ключ довольно-таки тоже быстро заканчивается у меня. Плавильная печь нас интересует тоже. Так, тут бочки, может, внутри были? Я не помню. Может, еда открыть? Пустой, пустой, пустой. Тут, тихо, пустой шкафчик. Тут я все осмотрел, посмотрел. Тут где-то были полки еще, помню, которые тоже, конечно же, надо опустошить. Эта вся еда нам очень... Открыть. Опа, доллар. F. Забираем бакс. Так, вода, вода, вода и еда. Вода и еда. Кстати, я проголодался, надо что-то съесть. Допустим, эту штуку. Так, на этой полке тут что-то было? Пусто. Тут не пройти. Вот все, этот супермаркет мы опустошили на 100%. Вот, уходит. Тут больше... О, нет, не на все 100%. Так, еда, еще одну съем. И пить хочу уже. Сейчас выпьем. Сейчас выпьем. Просто не хочется ничего, конечно же, упустить. Открыть. Это нельзя этим разрушить. А как на второй этаж подняться? Как на крышу подняться? Там же бочка была. Так, вода. Energy drink. И обычная water. Давайте посмотрим. А может как-то по контейнерам можно было... А, я не умею прыгать. Я не умею цепляться. О, еще нашел бочку одну. Это хорошо. Разберем ее. Разберем, заберем, разберем. Так, эти контейнеры, по-моему, я все просмотрел, ящики. И тут тоже все забрал. Ну все, тут уже залутали все, что только можно было. По инвентарю у меня 35 из 44 вместимости. Надо себе какой-то рюкзак поинтереснее сделать. На какую кнопку? На букву вот. Рюкзак наверняка можно сделать более четкий. Броню, касочку. Это все мое дело. Опа, открыть. Смотри, сюда. Пропустил ящик. Пропустил. Видимо, раньше. Тут все пусто. Тут мы все забрали, да? Ну и что же, идем дальше. Идем, идем, идем. О, там какие-то... О, зомби виднеются на горизонте. Это уже хорошо. Сейчас будем мочить их, значит.
Так, открыть пусто. Так, что у меня с питьевой... питьем, питьем? Вон зомбарь стоит. И дом этот мы должны тоже еще облутать. Я не нашел механизма. Мне нужен механизм, чтобы я мог... чтобы я мог двигаться дальше. Бочки красные. Бочки красные. Бочки красные. Бочки си... Идем в дом, попробуем еще зайти. Может, я в дом не до конца... Я не помню, дом я облутал или нет. Был ли я там до конца внутри, все обосмотрел или нет, я не помню. Пустой, пустой. Видимо, здесь я все обыскал. Видимо, все я здесь позабирал. Ну ладно. А можно телевизор разобрать, может быть? Не. Идем тогда дальше. Почтовый ящик. Конвертов. Тут дорога подозрительная, не знаю, куда она ведет. Карты тут никакой у меня пока что нет. Ну вон зомбарь. Мы можем его ножичком. Можем. Может, есть где-то бочки, которые можно было бы взорвать? Не вижу, он один. Поэкономим патроны. О! Но. 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 Больно? Есть. Замочкал, замочкал его. О, там еще один ходит. Замочкали за... О, оживился. Капот не открыл. Ой, ой, бежит, бежит. Этого нужно так валить. Он слишком быстрый. Так, хп, хп, хп. Ай! Да что ж такое? Эти ножи имеют очень плохой радиус атаки, если ты не попадай по нему. Я его типа бью, да, все ок. Но слишком радиус у меня атаки. Маленький, маленький. Так, еды я поднабирал. Перезарядка. Есть укрытие. Может, патроны не стоит так экономить, как я их экономлю? Валить их всех с расстояния. Ну, корти хочется до конца добить, а потом металлолом разобрать, что ли. В принципе, он... Капот пустой, жалко. ХП не хватает, 50%. О, бочка. Чик, 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 чик. Опа. Металлолом. Металлолом. Так, давайте подхилим себя. Это что такое? Боль это регенерация. Есть такое дело. Лопату зачем-то взял с собой, она мне ни к чему. Почему-то капот не могу открыть. Полицейская тачка перевернутая. Че, будем нож доковыряем все-таки? Hasta la vista, baby. Так, подождите, как открыть? О, патронов нормально набрал. Нормально патрончиков набрал. Так, хп 29. Понемножку все-таки само даже восстанавливается. Это очень здорово. Здесь все я просмотрел. Фух, дорога ведет куда-то непонятно куда. Ой, этот бегун. И очень далеко. Есть ли резон не по дороге бежать так далеко? Без понятия. Пойдем по этой тропинке, наверное, посмотрим лучше. Что там? Тут очень длинная дорога. Никакой тачки нету. Никого, во что я не могу сесть? Тут была какая-то тропинка. Может, туда как раз ведет туда проход к шахте, про который мне рассказывали. Так, можно попить воды. 72. Сейчас на 70%. А я могу посмотреть, сколько мне одна вода заполняет? Жажда минус 30. О, минус 30. Хорошо, будем иметь в виду. Ну, какая-то тропинка, непонятно. Ага, дорога, в принципе, нас ведет в одно и то же место. Нет, разные места. Непонятно, куда дорога ведет. Ой, далеко. А у меня никакой машины нет. Машину я никакую... никакой у меня... Реально нет. А мы можем энергетик бахнуть. Кстати, о птичках. Ой, там что-то какой-то бункер. Так, давайте пробуем энергетик бахнем. У меня на стаках очень много. Опа. Побежали. О, у меня сильная энергия с этим энергетиком. По-моему. Вон сверху. Power. Но все равно падает. Но я вроде бегу дольше. А, она восстанавливается просто быстрее. Понял момент. Восстановление идет пошустрее. Так, какая-то тачка и какая-то... Какой-то камень большой. Ой, зомби. Я такого... Это женщина-зомби? Как она атакует? Она быстро двигается ко мне. Ты что двигаешься ко мне? Стой, стой, стой. Стой, говорю. Но также погибают, как и обычный зомбарь. Ручками шатает. Смотри на нее.
Так, победили. Победили, победили, зомбаря. О, черт! Сколько там их? 4 хедшота. Откуда он там взялся? Грузовичок хотел облутать. Он пустой. Блин. Так, энергия у меня все равно восстанавливается нормально. Ой, это какой-то большой дом. Какой-то очень большой дом. Какой-то очень большой дом. Патроны. Ну, может быть, мы наконец-то автомобиль какой-то сможем сесть. Так, что здесь в лесах? Пусто. В лесах, по-моему, нету ничего живого. В бошке нему. 3, 4. Так, 150 патронов. Так, открыть. Батончик нашел. Какой-то сверток. Тут прикол в том, и беда в том, что у меня места мало в инвентаре. Сейчас тут наверняка какой-то будет крутой лут. Тут все забаррикадировано. Не спроставить. Кто здесь? О, черт! Провалился! Ёшкин матрёшкин! А чё так тихо? Да, надо засейвиться. Автосейв. Жесть, я провалился. Я, ребята, провалился. Фонарик не брал с собой, да? Картошка. Картошка. Консервная банка там была. Надо эту штуку когда-то двинуть. Там была банка консервная. Чипсоны. Банки, консервы. Попробуем забрать. Там ничего не видно. Ой. Какая-то еда есть. А как мне быть тут, если тут никакой нету подсветки? Ой, я убрал эту штуку. Консерву забрал. Никакой лампочки, ничего нет у меня с собой. Как быть, там темно. Оп. Есть, немножко видно. Открыть. Деревянная коробка. Деревянная коробка. Пока что все под контролем. Под контроличами. Под контроличами. Туда, не знаю, идти можно. Там темно все. Чуть... О, о! Кто, кто, кто? Кто ты? Кто ты? Женщина, уйдите от меня. Она хочет секса, что ли? Чего она от меня жаждет? Вообще ничего не видно. Но есть коробка. Женщины пристают ко мне. Идем задом. Ничего не видно здесь. Мне бы фонарь какой-то. Такой-то подвальчик, по-моему. Может, там какой-то проход был, я его не вижу, просто в темноте. Идем в этот. О, подъем наверх. Слава тебе, Господи. Так, нам свет нужен. О, посветлее стало. Посветлее. Фу. Ой. Фу. Мимо. Когда у меня уже не станет патронов, придется тогда уже... Этот быстро бежит ко мне. Сейчас перезарядимся. Шкафчик пустой. Бинты. Бегает быстро, помню. На. Прям в бошке нему. Левел ап. Как левел поднимать? Давайте силу на третьего левела. Будем больше, можем больше нести. 48. Было 44, стало 48. Да, сила дает результат. Опасненько тут у вас. А что не могу эти бутылки поднимать? То, что на полу валяется, типа я не имею права поднять. Это нечестно, оно тоже как бы продуктом. Полностью счит. Где он? Где он? Бом. Ё-моё, что-то там. А я тут упал, ага. Я, то есть, отсюда не выберусь. Где-то ломают, походу, двери. Где-то кто-то ломает дверь. Я не пойму пока, где. Тут, что ли? Походу. Нет, не тут. Все позабирал. Где-то что-то бьют. Меня это напрягает. Эти звуки. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Так, я забрал? Кто-то сверху, значит, бьет. Тут, что ли, бьет кто-то? Кто там лупит? Ты, что ли? Бум-бум-бум.
Матрас, какие-то диваны. А вот он тут бьет. Подожди. Сдохни, тварь. Пробуем его. Ты что думаешь? Я тебя не вижу там. На. 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 На, сдохни вот так вот в текстурах, сдохни, понял? Или поняла? Сдохни, тварь, в текстурах. Open the door. Кухня. В туалете замочил. Тихо. Ё-моё, мне там больше места. Надо пить, надо пить, надо кушать. Может, место освободиться хоть чуть-чуть. Все равно не хватает места на аптечке, на это, на бинты эти все. 100 лечения добавляет. Так, вот так. Это сюда, это забрать. Не хватает места все равно на это дело. Картошка тяжелая. О! Картошки с едой у нас не так уж и плохо все на самом деле. Так что пускай. А сколько консерва весит? Сколько весит консерва? 0,8, почти кило. Картошка. 0,8. Ням-н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 ям. Так, вода, сон. Не забирается. Ладно, пофиг, идем. Пустой. Пустой, пустой. Нам нужно найти выход отсюда. С этого домика. Шкафчик. О, мужик. Так, у тебя разочек. Блин, минус патрончики. О, деньги. Хотя бы что мог забрал, да? Что там за записка? Какая-то записка. Записка. Как ее прочитать? Сегодня утром неожиданно большая волна зомби вошла в деревню. Их поведение было осмысленным. Некоторые зомби выделялись явным признаками мутации и агрессивным поведением. Мы с Ричардом с трудом пробились к автомобилю и укрылись в заброшенном особняке. К нам присоединились еще несколько выживших. К сожалению, несколько человек, включая Ричарда, серьезно поранены, а лекарств почти нет. Враки! Я нашел лекарства! В аптечках. Так, какие мне патроны сюда идут? Пистолетные. Для дробовика не могу патроны забрать. Мне кажется, это очень ценная штука. Надо чем-то пожертвовать, например. Хотя кортик тоже жалко. Бобы, кожа, лопата, аптечка, деньги. Все жалко, все надо. Ну ладно, берем патроны. Тоже не могу взять. Кортик. Ага. Так, нельзя с махинацией такую провести. Ладно, идем дальше, идем дальше. Не расстраиваемся. И чё, я сюда пришел отсюда, сюда что ли? О, с другой стороны матраса вышел. Выход на балкончик. Вот этот дом, тут там ломает до сих пор. С какой стороны я обошел дом? Задней что ли? Тут вообще дверь недоступна для открытия. И куда я выбежал? Ой, у меня ХП не очень. 56. Тут какая-то лесная местность нездоровая. Нездоровая лесная местность. Дом, походу, с задней стороны мы обошли. Типа, просто я тут полазил по дому, записку нашел, облутал его, но, по сути, ничего полезного для себя не получил, так что ли? Я думаю, какой-то ствол дадут мне новый. Тут еще какой-то зомби там что-то крушит, ломает. Может быть, я что-то упустил. Может быть, там в подвале можно было что-то найти. Может, какую-то комнату пропустить. Может, там кто-то еще бьет дверь. Я не знаю. Куда мне еще теперь бежать? Сон, запас бодрости у меня еще есть. Давайте бахнем энергетика. А, аптечку какую-то применим. И побежим. Фух, по дороге можно еще пробежать сюда направо, но у меня перегруз, вот что меня больше беспокоит. Я бы мог бы уже что-то создать, какую-то плавильню, у меня жесткий перегруз. То есть, если я туда пойду дальше, я не смогу уже какие-то вещи набирать. Наверное, больше логики будет в том, если я вернусь домой.
Жалко, никак какие-то машины садиться в этой игре. Слишком долго бегать. Слишком долго бежать домой. А, может быть, я добегу домой и оттуда начну дальше продолжение записи видеоролика, потому что смысла в том, что я просто бегу домой, нету видеоролики, я считаю. Хорошо, я так и сделаю, нажму паузу. Так, я вернулся. Вернулся к своему поезду и сейчас попробуем на него забраться и как-то применить то, что я насобирал. Ну, это вряд ли у меня получится хорошо сделать, потому что мне, кажется, не хватало еще кое-каких вещиц для этого дела. Сейчас мы посмотрим, что мы можем сбросить. Значит, что мы можем отсюда забрать? Но эти записки что-то они вообще не забирают место, только чисто слот. Ткань можно скинуть. Допустим, еда, патроны. Для дробаря патроны. О, у меня тут еще мотор один есть, кстати. И фонарь. Мат-фонарик 0,4 килограмма весит. Кстати, немало. Так, ткань тоже можно сюда скинуть. Ткань, что тут еще такого? Патроны, какая-то еда. Ладно, пока что закроем. Идем, идем туда, на ту сторону. Смотреть, что мы тут можем еще придумать. Вот у меня есть этот станок. А какие-то прям делать детали. Верстак инженера, наверное, там я смогу детали делать. Мне нужно, сейчас сказали, подсказали. Мне нужно сделать. Бочка, железный камин, плавильную печь. В принципе, моторчик есть. Вот этих деталей, как эти детали создавать? Вообще без понятия. Именно железные детали, вот такие, с шестеренками. Тут я их нигде не вижу. Железные детали с шестеренками. Разводной ключ есть, со слитков. Так, вот эта вот штука, швейная машинка. А у меня этих деталей надо для плавильной печи 3 штуки. Мне сказали, надо ее делать, чтобы я слитки мог делать. В первую очередь плавильный. Для снаряда механизм граммофона. Граммофон, швейная машинка. Механизм электрической плиты. Так, для готовки. Стальные детали. Разводной ключ. Непонятно. Тут детали явно я не смогу создавать с помощью. Это все такое чисто для мебели, для красоты. Оружейный верстак. Так, стол фармацевта. Стол портного. Электрическая печь. Деревянный торшер. А, хорошо, сколько у меня этих деталей? 2 детали. Мне нужно 3. Мне не хватает. К сожалению. К сожалению. Железные детали. Лопату мы пока что оставим, наверное. Фонарик можно с собой взять. Куча у меня, слишком куча, много всякой еды. Голод минус 20. Но это мало забирает голода. Утоляет, вернее. Деньги мне с собой, наверное, пока что ни к чему. Хотя они веса вообще никакого не имеют. Вот эти бутылки тоже носить с собой не надо. Так, что мне тут, значит, остается? Патроны, дубинка, нормально. Ну и все, аптечки 4, какие-то по 100 хп будут мне лечить. Наверное, даже столько, по 100 хп, у меня всего вон сколько хп. У меня всего вон, о, это плюс 10 лечения. Вес, бинт 1 килограмм, плюс 10 лечения, он такой тяжелый. А может все вместе? Так, ладно, немножко подосвободились, уже хорошо. Итак, этих деталей, механических деталей нам нужно где-то раздобыть. Механические детали, я не вижу, что здесь какой-то предмет мне прям позволит их создавать, эти механические детали. Это, наверное, как-то на каком-то специальном плавильной печь детали мне будет давать. Верстак инженера, скорее всего. А тут нужен какой-то паяльник. А паяльник этот вот на чем сделать? На верстаке инженера паяльник-то нужно где-то найти. Современный стол, железный камин. Короче, надо то, что вы мне посоветовали, на это ориентироваться, а делать, где он был там, железный, плавильную печь. Мне не хватает еще одной такой детали, все остальное у меня, в принципе, есть. Будем искать еще одну такую детальку. Хорошо, теперь я отправляюсь на тот треугольник и оттуда запишу следующее продолжение видеоролика. Скажем так. Так, я добежал в еще одну интересную точку. Это тот домик, а там эти склады с бочками. А тут, оказывается, какая-то дорожка была еще одна. Сейчас посмотрим, куда она ведет. У меня что-то есть такое чувство, что это как раз та дорожка, которая вела у нас к тому зданию большому. Ну да. А вот эта дорога, получается, тут мы немножко зомби воевали. Машины перевернутые.
А вот здесь как мне заспойлерили уже некоторые очень хорошие мои, в кавычках, зрители, что там какая-то шахта должна быть. Сейчас буду туда бежать по этой дороге и смотреть, что там попадется. Если будет что-то интересное, то хорошо. А нет, так тут, в принципе, все, просто лес, бегу. Надеюсь, что к чему-то хорошему и прибегу. Вот, такие дела. В общем, я бегу, бегу, какие-то горы забежал. Вон там, оттуда я вышел, получается, сюда бегу. И тут какие-то горы, и как бы все как бы намекает. Я как бы в ожидании того, что я там какую-то шахту найду. Но мне странно, единственное, может, я где-то завтыкал, может, где-то можно было сесть в автомобиль и сюда проехаться? Почему здесь не добавили такой функции, чтобы можно было в тачку сесть? Может быть, потому что подумали, что я когда-то заеду туда, куда надо. Но пока что тут никаких шахт не видно. Просто какая-то длинная, очень-очень-очень длинная дорога. Посмотрим, сколько я туда нужно будет еще бежать, потому что я уже где-то минуту туда бегу. Минуту, как минимум. Ха-ха! Короче, я бежал, бежал, думал, там что-то интересное иду, а я уперся в стенку невидимую, там дальше нет ничего. Там дальше нельзя пройти. Я уперся в невидимую стену. То есть мне что получается? Нужно дальше садиться в паровоз и отсюда валить, если я не могу тут больше ничего в этом местности получить. Выходит так. Поэтому мне надо вернуться обратно, садиться в поезд, заводить его и чухать. Но этим делом я буду заниматься, получается, уже в следующей серии. По крайней мере, я проверил, что по этой дороге, что у нас там есть. Хотя я разочарован, но зато мы с вами вместе поглядели, есть ли там что-то или нет. Следующая серия, будем заводить поезд и отправляться в путь дальше вот там. Все, всем пока-пока.